Продолжаем цикл грустных историй. Она закрыла Инстаграм от меня, чтоб я не мог за ней следить никогда, и удалила свой ВК навсегда. Теперь не знаю, как мне жить. Мне предъявил ее пацан, бла-бла-бла, чтоб я не смел за ней ходить никуда. Бабок очень много у его отца, как и связи. Ну а сам он, в общем-то, бэйби. Твоим ногам я сыпал роз лепестки, мои глаза роняли слезы тоски, но для тебя я слишком прост был, прости. Бэйби. Твоим ногам я сыпал роз лепестки, оказалось ты, пока тебя ебет богатый дрозд, ты из Москвы. Полторашка за полторашкой, бам, больно так же, уже не страшно. Я пойду разобью его ебало, чтобы ты силу моей любви. Когда меня посадят в тюрьму из-за папиных связей, старая мама будет горько плакать, глядя на остатки роз в дешевой стеклянной вазе. Baby. Твоим ногам я сыпал роз лепестки, мои глаза роняли слезы тоски, но для тебя я слишком прост был, прости. Твоим ногам я сыпал лепестки, оказалось ты из Москвы. Ты моя baby.